Дивный напев где-то слышится. Пастушок напевал песню дивную. Позвольте, я плачу ваш леденец. Нет, я их не люблю. Вы меня простите, что я так незаметно подошла, но вы очень хорошо поете. Откуда вы знаете эту песню? Да в детстве бабушка пела. С утра привязалась, теперь хожу и пою. Меня зовут Вера Дмитриевна. Я преподаю музыку и вокал. Если вдруг надумаете учиться вокалу, обязательно приходите. Приходите с родителями. У вас большие способности. Но я думаю, вы сами об этом знаете. Ты к чему вы там учите? Скала, ты чего так долго? Мы уже тебя полчаса за магазином ждем. А вас не учили, что в разговор встревать невежливо? Прошу знакомиться, это мои друзья и одноклассники. Антон Буров и Екатерина Куркина. Здрасте. Очень приятно. Мне тоже. А на этом увлекательная беседа заканчивается. И все расходятся по домам. Она меня запалила. Всего хорошего. Ладно, пошли. Скала. Интересно, почему скала? Да в третьем классе все с физры сбежали, ну а я всю вину на себя взяла. Зато потом всех заставила на детской площадке отжиматься. С тех пор скала. Тогда понятно. Если я правильно помню, в христианстве символ скалы обозначает силу и стойкость. А для меня это означает, что мне мое имя не нравится. Родители назвали как попало, а теперь живи и мучайся. И какое же имя, позвольте спросить? Калина. Меня зовут Калина. Действительно редкое имя, но прекрасное. С древнегреческого оно обозначает «добрый победитель». Представляешь? Удивительное и правильное сочетание слов. Доброта и победитель. Я... Спасибо, что не вызвали охранников. У каждого бывают свои ошибки. Но я уверена, ты со своими сама справишься. Спасибо за компанию, я пришла. Так чему вы там учите на своем вокале? Петь. А, я и так умею петь. Некоторые этому учатся всю жизнь. Великий Шаляпин только перед смертью сказал: «Кажется, я научился петь». Мне это не нужно. Мне и так есть чем заняться. До свидания. Петь не песню о моей России, о любви, что в сердце и о красоте. У моей России волков синий-синий, и века уснули у кремлевских стен. Здесь мои рассветы и мои закаты, здесь мои родные. Молодцы. Ну что, я вас отпускаю до пятницы. Дома каждое утро распеваемся. Я надеюсь, к следующему занятию вы выучите все слова.
Договорились? Да. До пятницы. До свидания. Текст учим. До свидания. Все. Вообще не знала, что у нас раньше такие люди жили. Сейчас уже таких нет. Но я бы не торопилась с таким убеждением. Каждый человек способен на великое. Чашку давай. Ага, способен. Только вот ничего не делает. Если бы хоть что-то делал, сразу видно было бы. Великое вблизи неуловимо. Лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Вы чё так долго? Все малолетки уже давно ушли. Действительно, пора и взрослеткам собираться. Ну, пойдемте. Пойдем. Я часто сюда прихожу. Здесь легко думается. Уверена, вы здесь всех знаете. Это наша история. У нас, кажется, была сюда экскурсия, но, по-моему, я болела тогда. Хочешь, я тебе покажу, где Александр Невский? Угу. Вон, видишь? Прижал меч к груди. Угу. Видишь? Вверху посередине. Правильно. Мы живем в великом городе, которым правил великий человек. Честный и справедливый. А что означает Александр? Защитник людей. Он таким и был. А вот какие мы, и достойны ли мы своего города? Или обмельчали дела наши? Да это вы, что ли, обмельчали? Да что у вас есть, кроме своей работы? Вы носитесь с нами с утра до вечера, а у самой ничего нет. Ходите в одном и том же, экономите на всем. Вам за это памятник не поставят и зарплату не прибавят. Так что ваша хваленая справедливость только в книжках. Не обижайтесь. На правду не обижаются. Я не обижаюсь на то, чем горжусь. И чем же? Своей работой. Скала, ты где ходишь? Ты уже две репетиции пропустила. Ну, прости, прости, пожалуйста, ну, честное слово. Ну, последний раз, обещаю, последний раз. Это... Поймите, это талантливейший педагог. И то, что он сейчас в городе, и то, что он может позаниматься с Вадиком, это такое счастье, это такая удача. Вера Дмитриевна, вы мое отношение знаете. Музыкой сыт не будешь. Тем более, если это вам нужно, почему я должна платить? Да, конечно. Конечно, сейчас. Стипендия для Вадика. Не знаю, зачем вам это нужно. До свидания. До свидания. Вадик очень талантливый. И я готовлю его на международный конкурс Рахманинова. Понимаешь... На этот конкурс сюда съезжаются со всего мира. Это очень важно, чтобы наш город, такой как наш, представлял достойный пианист. А Вадик очень талантливый и очень хороший пианист. Просто его мама, она...
Она не считает музыку серьезным занятием. Понимаешь? Что бы на это сказал ваш любимый Александр Невский? Где справедливость? Вы платите им, чтобы из их сына сделать талантливого музыканта? Нет, я это делаю для нашего города. Вот смотри. Это профессор консерватории Зверев. Это его ученики. Вот Скрябин, вот Рахманинов. Они все жили у него. Он обучал их, обувал, одевал. А вот Сергею Рахманинову он платил стипендию из своих денег. И благодаря ему они окрепли как музыканты, а город получил великих композиторов. Вот и подумай, какую роль сыграла стипендия. Мне кажется, это справедливо. Справедливо? Угу. Вот, смотри, кто это? Где? Да вот, смотри, прижал свой меч к груди, кто это? Скала, ты чего? Скала, ты чего? Это значит, что ты знаешь, кто это, или не знаешь? Да мне-то какая разница, кто это? Слушай, пойдем отсюда, у нее совсем. Скала, да. Объясни, что случилось. Оставь ты ее. Я могу объяснить, что случилось. Ты понимаешь, то, что у нас делалось только до себя. Мы хотим поменьше учиться, побольше зарабатывать, побольше подписчиков, чтобы стать более известными и побольше зарабатывать. Но все остальное нам какая разница? Прекрасному человеку творится полная несправедливость, а нам на это какая разница? Ну ладно, ладно. Какая несправедливость? С кем? С Верой Дмитриевной. Все, мы уже ничего не можем сделать. Да все мы можем сделать. Сейчас мы успокоимся. Скала все нам подробно расскажет. У нас появится план, и все будет хорошо. А сейчас каждый по вкусняшке. Ага. Что здесь происходит? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Тимофей. Пропустите, пожалуйста. Насколько я знаю, на Новгородской вече лица женского пола не допускались. Мы внесли изменения. Ну, тогда мое присутствие здесь допустимо. Уступи, пожалуйста. Спасибо. Видите меня в подробности дела? Светлана Владимировна, а подробностей нет. У нас есть Вадик Рыбин. Величайший пианист. Практически будущая мировая величина. Угу. Но чтобы ему до конца стать великим, ему нужно взять уроки у заезжего музыканта. Но платить за все это будут не его родители, а скромная учительница музыки Дорохова Вера Дмитриевна. Вадик, а ты сам-то хочешь быть музыкантом? Мало быть талантливым. Надо еще иметь большое желание. Вот в чем самый главный вопрос. Хочу. Но мама сказала, что я буду поступать на экономический, и это не обсуждается. А ты можешь возразить своей маме? Нет, она только с виду такая деловая. У нее сердце больное, ей волноваться совсем нельзя. Так, хорошо. А что может поменять решение твоей мамы? Я... не знаю. Знаю.
Наша школа гордится своим воспитанником, который будет представлять Великий Новгород на международном фестивале имени Сергея Васильевича Рахманинова. Мы благодарим родителей Вадима Рыбина за прекрасное воспитание сына и за поддержку его таланта. А также хочется поблагодарить педагога Вадима Веру Дмитриевну Дорохову. Спасибо вам за ваш неоценимый труд, за тот эстетический вкус, который вы прививаете нашим детям, за те таланты, которые вы воспитываете во славу нашего города, во славу нашей России. И в конце нашего концерта мы приглашаем на сцену Калину. Что мое имя переводится как «добрый победитель». И вот я решила, я больше не скала, я Калина. И я хочу оправдать свое имя своими делами и поступками. Вера Дмитриевна, мы не обмельчаем, поверьте. Мы будем достойны своего великого города. И пусть это стихотворение будет началом нашего нового преображения. Владей собой среди толпы смятенной, тебя клянущий за смятенье всех. Верь сам в себя, наперекор вселенной, и маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди не уставая, пусть лгут лжецы, не снисходи до них. Умей прощать и не кажись прощая, великодушней и мудрее других. Умей мечтать, не став рабом мечтанья, и мыслить мысли не обожествив. Равно встречай успех и пруганье, не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтобы ловлять глупцов. Когда вся жизнь разрушена, и снова ты должен все воссоздавать со снов. Умей принудить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело. И только воля говорит: иди. Останься прост, беседуя с царями, останься честен, говоря с толпой. Будь прям и тверд, с рогами и друзьями, пусть все в свой час считаются с тобой. Наполни смыслом каждое мгновенье, часов и дней неуловимый бег. Тогда весь мир ты примешь во владенье, тогда, мой сын, ты будешь человек.